Нацбанк подтвердил прогноз инфляции на 2018 год. В НБУ ожидают, что за 2018 год инфляция опустится ниже 10% и вернется в целевой диапазон к середине следующего года. Национальный банк Украины по итогам апреля подтвердил прогноз инфляции на 2018 год в размере 8-9%. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает пресс-служба Нацбанка. По оценкам НБУ, отклонение фактической инфляции в апреле от прогноза является незначительным и может быть нивелировано в последующие месяцы. К тому же, монетарные условия являются пока достаточно жесткими, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции в соответствии с прогнозом Национального банка 8-9% ГГ на конец 2018 года и ее возвращение к целевому диапазону в середине 2019 года, говорится в комментарии НБУ. Ранее сообщалось, что в Украине рост потребительских цен в апреле 2018 года составил 0,8% по сравнению с 1,1% в марте, 0,9% в феврале и 1,5% в январе. В годовом измерении рост потребительских цен замедлился до 13,1%. Напомним, в Нацбанке спрогнозировали инфляцию до 2020 года. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.